Доброго времени суток, с вами Invest Solution, и сегодня мы рассмотрим проект Talao. Это первый безопасный и честный централизованный рынок специалистов, управляемый пользователями, что значит никакой комиссии посредникам. Это уникальный способ специалистам иметь защищенное хранилище их информации, доступной нанимателям по требованию. Уникальный способ для нанимателей быть уверенным в информации о специалистах, благодаря сертификатам, хранящимся в блокчейне. А платформа Talao разовьет рыночные отношения специалист по требованию созданием Talao токена для использования компаниями и специалистами, чтобы создать полноценные P2P отношения. На основе этого токена Talao предлагает первую полностью централизованную платформу на эфире. Для управления рынком применяют следующие технические элементы. DAO сыграет роль функционального эффективного арбитража и будет решать споры в случаях возникновения. Personal Repution Wallet – еще один элемент, достойный внимания пользователя. С технической точки зрения, это защищенное хранилище данных, без которого эта платформа не смогла бы не только работать, но и существовать. Децентрализованный рынок, которым является эта платформа, еще один из инструментов, используемых для управления ею. Действительно, все процессы регламентируют смарт-контрактами, что само по себе достаточно удобно и безопасно. Для расчетов внутри биржи будет применяться собственный Talao токен. Система Escrow, это средства между компаниями-клиентами и Talao, будут работать в рамках услуги Escrow для урегулирования платежей, что обеспечивает честность и прозрачность при их проведении. Данный проект работает как с криптовалютой, так и с фиатными деньгами, что позволяет избежать лишних ограничений для рядовых пользователей. Давайте посмотрим, какие проблемы может решить данный проект. Несмотря на сумасшедший рост и развитие рекрутивной индустрии, который наблюдается во всем мире, найти талантливых и эффективных сотрудников по-прежнему остается сложной задачей. Однако, чтобы идти в ногу с рынком специалистов и изменениям в экономике, нужна специализированная структура, которая не будет фрагментировать нашу индустрию набора специалистов, в отличие от системы найма, которая используется в данный момент. Говоря простым языком, Talao – это современная эффективная платформа для подбора персонала из числа фрилансеров, которая одинаково удобна как для работодателей, так и для исполнителей. Работает эта платформа на основе блокчейн. Экосистема Talao состоит из 5 ключевых элементов – специалисты, сообщества, наниматели, третьи лица и конкуренты. Специалистам в экосистеме Talao предписано 5 типов. Независимый специалист – это традиционный фрилансер, у которого нет фиксированного нанимателя, работающий от проекта к проекту. Многоотраслевой специалист – это люди с разнообразными источниками дохода, у традиционной модели найма и фриланса. Moonlighter – специалист – это специалист с основным заработком от традиционной работы, подрабатывающий фрилансером. Владелец фрилансового бизнеса – у этих фрилансеров один или несколько нанимателей, и они считают себя и фрилансером, и бизнес-учредителями. Пенсионеры, желающие передать свои знания и оставаться в своих комьюнити. Такие кадры особенно активны в сферах инженерии, например, в авиационно-космической, топливной и ядерной индустрии. Комьюнити – это группа юзеров со смежными навыками или работающие в одном рынке услуг. Например, комьюнити графических дизайнеров, комьюнити разработчиков программного обеспечения. Цель платформы Talao в том, чтобы сделать из этих комьюнити полностью децентрализованные автономные организации, правила которых будут встроены в смарт-контракты. Также все их финансовые транзакции будут сохранены в блокчейне. Положительные факторы и влияние платформы Talao на экосистему. Для специалистов это увеличение их ценности как специалистов, увеличить влияние специалистов на рынок труда, самим организовавшись в комьюнити, по типу децентрализованного и автономного комьюнити, используя данную блокчейном власть большинству. Нулевая ставка на комиссии. Возможность платить как традиционной валютой, так и крипто. Возможность регистрации как публичного, так и анонимного профиля. Никаких конфликтов в плане комиссии посредникам. Для клиентов. Поиск контента, например, ответ на вопрос, документа, курсов и так далее. Произвести прямой поиск в системе специалистов Talao и посмотреть список лучших. Найм специалистов на постоянные или временные проекты. Аутсорс проекта группе специалистов и управление контрактами. Это первые клиенты данной платформы. Дорожная карта проекта.
так называемые планы развития компании. Как мы видим, идея зародилась еще в мае 2015 года. На данный момент, второй квартал 2018 года, идет ICO. Планы команды расписаны до 2020 года. ICO проекта. Продажа токенов состоится со 2 июля по 29 июля. Тикер токена будет Talao. Контракт ERC-20 эфир. Один токен Talao можно будет приобрести за 0,47 доллара. Как мы видим на данной диаграмме, это распределение токенов. На продажу выделено 67%, адвайзеры 2%, баунти программа тоже 2%. Команда разработчиков. Компания базируется в Париже, Франция. Управленческая команда, естественно, в основном французская. Для будущего роста команда планирует разместить в своем офисе в Париже не более 30 человек, а еще 30 человек будут работать в других офисах по всему миру. А нынешние города-кандидаты для расширения – это Лондон, Осло, Сан-Франциско, Нью-Йорк и Сингапур. Генеральным директором и соучредителем Talao является Никола Мюллер. Он имеет опыт работы в качестве основателя французского независимого рынка E-MindHub в 2015 году с последующим опытом в области машиностроения, производства и аэрокосмической промышленности. Во многих отношениях Talao является E-MindHub блокады, а старая компания ребрендинг как Talao. Другой соучредитель и главный операционный директор Talao Тьерри Тевиннет. Он является бывшим основателем и генеральным директором FiSystem. Французской публичной компании, предлагающей консалтинговые и другие услуги, связанные с интернет-маркетингом, коммуникациями и бэк-офисными управлениями на французском и испанских рынках. Денис Лафон Тревизан – это директор по развитию бизнеса и соучредитель. Жан-Шарль Маркос – это креативный директор. Йон Бабель – технический директор. Бертран Фрей – руководитель отдела маркетинга и информационного взаимодействия. Вола Мюллер, специалист по развитию международной торговли. Максим Хагенбурже, руководитель группы по применению технологий блокчейн. Гайом Дювю, ведущий разработчик. Тео Лубе Тузе, руководитель группы сопровождения. Адвайзеры проекта. Фабиен Потенсье, это учредитель и генеральный директор. Сенсио Лаб и Блэкфайр, создатель фреймворка Symfony. Франсуа Дави, это партнер фирмы Bridgepoint. Стефан Фукс является советником генеральных директоров во Франции и во всем мире. С его помощью Talao станет всемирно известным брендом. Фредерик Фонтен – это управляющий партнер фирмы Fontaine Laviers. Это остальные члены команды, партнеры проекта. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.